After less than 1 year of implementation of CERCA, one can state already that this project is an excellent example for the facilitation of bilateral and multilateral cooperation. So far, several seminars have taken place and three very successful study visits to Hungary, Spain, and Italy have been implemented to strengthen the surveillance capacities at the Belarusian-Ukrainian border. We've heard about this. Mission equipment, but also two patrol boats for the Belarusian. That's the proposal put forward to us by the border services of Belarus. Further, I would like to mention that it is highly likely that the European Union will continue the integrated border management flagship initiative of the Eastern Partnership program has been made. Last but not least, I would like to express my gratitude towards IOM and ICPD, who I think do a great job when implementing the CERCA. Thank you so much. Этот очередной тренинг-семинар пройдет так же успешно, как все предыдущие мероприятия прошли. Предыдущие спикеры, они мне облегчили немножко задачу, мне нет необходимости пойти в подробности проекта. Хочу лишь подчеркнуть то, что мы очень довольны уровнем сотрудничества, которое сложилось между МОМ, ICMPD, Евросоюзом и пограничными службами двух стран, Белоруссии и Украины. На деталях проекта хочу сказать то, что наша организация, Международная организация по миграции, в глобальном масштабе работает в этом направлении, и с отмерениями тогда и будет процветать незаконная или нерегулярная миграция. Наша задача в первую очередь именно уменьшить это явление. Когда есть разные методы, присутствую сегодня на этом семинаре, на своем тренинге, и еще раз выразить надежду и уверенность, что эти несколько дней, которые вы проведете вместе, пойдет в пользу общему делу. Спасибо за внимание. After the capacity building competence center, and we are focused on trainings, capacity intelligence cooperation and support in all institutional building. Workshop, because we would like to learn from you how is your practice, what can be done better in your countries and also in EU, for example. Members are running 50 projects, so you see that our competence center is the biggest. IBM, Integrated Border Management, review and drafting, updating and laws and policy documents. When I talk about the current projects which we are running, it's Eastern Partnership Integrated Border Management. Этот проект, который финансируется Европейским Союзом и осуществляется Международной организацией по миграции и ICMPD, имеет своей целью, общей целью способствовать усилению безопасности на границах Украины и Белоруссии и в целом в регионе. Этот проект прежде всего будет способствовать усилению взаимодействия между пограничными службами Украины и Белоруссии, естественно, на участке границы между двумя странами, как на зеленых границах, так и голубых границах, на водной границе. Проект включает в себя два таких больших компонента. Это то, что мы называем мягкие компоненты и твердые компоненты. То есть это и будет включать закупка оборудования, а также инфраструктуру, усиление инфраструктуры, а также усиление навыков и знаний сотрудников погранслужбы двух стран.
тренинги, ознакомительные поездки. Таким образом, мы будем способствовать усилению взаимодействия двух стран и усилению их знаний и навыков. Международная организация по миграции осуществляет, в основном организовывает ознакомительные поездки в страны. До сих пор организованы поездки в Венгрию, в Испанию, в Италию. Намечается в ближайшем будущем также поездка на границе между Грецией и Турцией. Посещали границы также между Венгрией и Румынией. В целом мы надеемся, что этот проект будет способствовать к налаживанию координированным и совместным патрулированием границ между Белоруссией и Украиной. This project is financed in the framework of the Integrated Border Management Flagship Initiative of the Eastern Partnership. Данный проект финансируется в рамках флагманской инициативы по интеграционному управлению границами Восточного партнерства. Six countries are involved in the Eastern Partnership. В Восточное партнерство входит 6 стран. One of them is Belarus. Одной из которых является Республика Беларусь. This project is accompanied by regular meetings which are organized in the whole Eastern Partnership. The next meeting will take place in Kyiv. Данный проект сопровождается регулярными совместными встречами и совещаниями стран-участниц Европейского партнера. Следующее состоится в Украине. Belarus is a very active participant in these meetings. Республика Беларусь занимает очень активную позицию на этих совещаниях. Namely, the State Border Committee and the State Customs Committee are regularly attending these meetings. В частности, Государственный пограничный комитет и Государственный таможенный комитет, представители этих ведомств регулярно посещают эти встречи. This is only one project we are financing in the framing of these meetings. И это лишь один проект, который мы финансируем в рамках этих совещаний. I would like to mention that another project for the State Customs Committee starts these days. Хочу анонсировать начало еще одного проекта, который будет реализовываться совместно с Государственным таможенным комитетом. Буквально в эти дни он начинается. This project for the Customs Committee will also be implemented by IOM in partnership with ICMPD. Этот проект аналогично проекту СУРКАП также будет реализовываться совместно Международной организацией по миграции, ее представительством Республики Беларусь, и ICMPD, то есть Международным центром по развитию миграционной политики. Also Ukraine is involved in this project. Аналогично проекту СУРКАП в этом проекте будет участвовать и Украина. The CIRCAP project, the current phase of the CIRCAP project is indeed accompanied by an equipment component. Действительно, ныне реализуемый проект СУРКАП сопровождается очень важным техническим компонентом, состоящим в приобретении технического оборудования. We are going to finance, and we have actually already concluded the contracts with the companies, two patrol boats, which will be used on the Sosh and Dnieper River. Мы уже заключили договора с поставщиками о приобретении двух патрульных катеров, которые будут использоваться на реках Сош и Днепр. We finance also cars for the State Border Committee. Кроме того, мы обеспечим финансирование приобретения транспортных средств на нужды Государственного пограничного комитета. And night vision goggles, for example, we are also going to finance night vision goggles. А также очки ночного зрения, ночного видения. We are hopeful that we are able to deliver the equipment before the summer. Надеемся осуществить поставку всего оборудования до начала лета. The budget for the equipment for Belarus is 850,000 euros. Yes, for Belarus. Часть бюджета Республики Беларусь на материально-техническое обеспечение составляет 850 тысяч евро. Ukraine will get more or less the same equipment. Доля Украины. Budget has доля the same Украины budget. Примерно такая же бюджету. The budget of the accompanying
training project, which is implemented by IOM, is including the IOM contribution, which also contributes to the overall budget, 770,000 for 2 years. А что касается такой составляющей проекта, как обучение и подготовка специалистов, то с учетом вклада международной организации по миграции, она тоже инвестирует свои собственные средства в этот проект. Общий бюджет составляет 770 тысяч. 700,000 from the European Union. Из них 700 тысяч от Евросоюза. 70,000 from IOM. И 70 тысяч по линии MOM.